Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на ТЗБ. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Итак, свинина сегодня 229,90. Сегодня вообще-то порублено. Хотела сказать, даже не порублено, нет, порублено. Ноги еще остались говяжьи, 143,70. Сердце говяжье 274 и печень свиная 88,50. Горбуша 235,70. Филе пангасиуса 264,50. И пикша 227,70. Свинина деликатесная, копчено-вареная, мясной продукт категории Б. Вакуумная упаковка. Производитель лидер, город Орск. 318,60 стоит килограмм. Четвертинка цыпленка бройлера 184,80. Почему четвертинка, когда это ножка? Какая же это? Четвертая часть, да? Ну да, наверное, четвертинка. Жаркое по-домашнему из мяса индейки 175,90. Масло, которое не масло, разная цена. Сметана 64 рубля 800 грамм. Сметана 900 грамм 86,10. Город Чайковский. Пятигорская сметана 43,10. 400 грамм. Творог 125,20, 800 грамм в ведерке. Ягодкин, мой любимый йогурт. Вернее, даже творог с йогуртом. Десерт с творогом, вот, вишневый. Мой любимый десерт с творогом. Вишни, черешни, клубникой, черникой. Буренкин лук 48,10. Стоит, очень вкусный. По-моему, даже с заменителем молочного жира. Но вкусный. Услада 47,90. И йогурт со вкусом карамели и яблока, со вкусом малины, земляники и персика 36,60. В морозильной камере брокколи 167 рублей. Мяснушки сочно. Лошкарев 140 рублей. Куры в маринаде 270,20. Желудки куриные 161 рубль на подложке. Всегда подхожу к отделу сад-огороду. Может быть, какие-то новинки привезли. Уже так хочется на дачу. А вроде как и нет ничего, никаких новинок. Кто брал? Ну, это мужчины, наверное, знают. Вот эти электроды хорошие или нет? Я взяла их для укрепления там укрывного материала. Вот, в общем, как крючок взяла. Откололи само вот это вот, чем варят. И просто скрутили и закрепляем укрывной. А вот как именно они ведут себя для сварки, вот это интересно. А то, может быть, надо взять 299 рублей за 3 килограмма. Что-то ничего нового нет. Ассортимент только вам пока показываю. И все, остальное все было уже. Спросила у продавцов, когда будет машина, привоз. После 10 числа. В общем, после праздников. А пока вот ассортимент покажу. Какие вкусные вот эти персики в легком сиропе. Какие они вкусные. Открыли банку, съели прям на ура всю. Абрикосы мы не брали, а вот персики, да. Абрикосы, я так думаю, тоже очень вкусные. Они вообще целенькие. Эти резаные, эти целые. Шашлычный соус 63,20. А персики 177,70. С
соус терияки, кисло-сладкий, 78 рублей. Мясо кабана, баранина 127, баранина 121. Вернее, кабан 121, баранина 127. Орешки, миндаль. Миндаль 360 рублей за 500 грамм. Кишью 336 рублей за 500 грамм. И 196 за 500 грамм грецкий орех. Три орешка. Смотрите, какой полезный микс ассорти. Натуральный продукт. 287 рублей. В коробке тоже 500 грамм. Кофе. Черная карта. 304,40. Чай ассорти 198,90. Разный в пакетике. Сора 247,50. Кофе сублимированный. И вот еще один. 130 рублей. Там 250 грамм, здесь 200. Капучино 153 рубля. Кофе 3 в одном 237 рублей. Кофе Прата гранулированный, ароматизированный 93 рубля. Чай с апельсиновой цедрой и зеленый с лемонгрансом 41,20. Заваркин 97,60. Лондон. Черный чай. Танай Лондон 102,50. Чай фруктовый. Вот чего-чего не люблю, это фруктовый чай. Вот если свой, конечно, нормальный. Если добавлять что-то с ароматом лесных ягод, с ароматом черной смородины 41,20. Вот такой чай. Черный. Байховый, крупнолистовой. 80 рублей. Стиральный порошок 283,76 килограмм. Спектр. Next 9 килограмм 460 рублей. Детский порошок 211,20. Бомбина. И Био 2 универсал 460. 9 килограмм. Гель косметический универсальный 8 в 1, мята и лимон 87,70. Крем-мыло для интимной гигиены, алоэ вера и овсяное молочко 73,80. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.